Оригинально. Смешно. Так создай перса. Да, создай. Если первый перс, то рекомендую некроманта. Самый простой персонаж — это некромант со скелетами. Да ладно, я думал все время, всю жизнь думал, что это варвар. Варварам за хп следить нужно, а некромантом бегаешь рядом и смеешься. А если нет, то некромант же становится бездарным. Разве чего нет? Нету? Если трупов рядом не валяется, то некромант ничего сделать не может, разве не так? Ну, первого трупа убивает за счет курзы Атракт, либо Мерка. А, он не может зайти в нашу игру первым уровнем. Так. Я не знаю, в чем может быть такая проблема. А, ты на каком сервере играешь? Батлнет же бывает вроде бы европейский не очень. Еще как не очень. Постоянно глючит. Да вообще, как бы, на батлнете сейчас практически никто не играет. Просто LifeNet не будет вам видно картинку вообще, потому что там нельзя будет поставить 140 на 480, будет глючить куб. Диабло — качественная игра. Стрелка пропустил, значит, можно. Нам придется сейчас стрелка играть? Нет, стрелка пусть... Я стрелке показал качество, он сказал норм, можно. С тех пор она не деградировала. Стрелка сказал. Друзья, если стрелка Евро? Сказал, то можно вообще все. Да. Карт-бланш. Узнали бы вы на каких условиях? Это просто ужасно. Куб, господи, ты... Ой, куб, извиняюсь, сори, аверсир. Боже мой, ты сделал, вот сделал то, вот то, о чем я думаю. Ты, бедный, весь продался ради этого стрима. Сознавайся. Как оно... Что потребовала у тебя стрелка взамен? Мне запретили об этом говорить. Ужас, какой кошмар. Пробегаем локации мы, наверное, зря. Надо будет получать где-нибудь опыт, потом подумать где. Наверное, в Киеве получим опыта. Есть локации, где много очень жирных мобов, и очень просто получать опыт. А так как рядом со мной сорка, то опыт у меня получаю не очень много обычно. Почему? Опыт же делится. Да, делится, как бы, но... Ну? То, что я третьего уровня в Stonyfield, это ненормально. Это, конечно, для мобильного телефона только нормально. Так купи мобильник с поддержкой моих стримов. Пойдем расшумиться убьем. Нет, D2 лицензия не фриварный, конечно же, нет. О, выпала броня. Версия нормальная. Ой, шапочка выпала, надо ее взять. Тебе шапочку дать? А что за шапка? Скул кэп. Просто кэп? Скул кэп, железная. Зачем? Не знаю. А разве мы не должны сходить сейчас убить ворона? Тетеньку. Ну, по сюжету должны, так нет. Пойдем ее убьем. Там классный склепик рядом с ней, а там всякие штучки выпадают, прикольные монстры интересные. Не на нормале. Мы будем качаться в Киеве. Ну как же так? А ворон, она так красиво умирает. Можно ли стримы смотреть на iPhone 4? Можно. Но не стримы с Джастина, Рамблера и Овнеда. Понятно. Отличный ответ. А это, к сожалению, правдивый ответ у моего друга iPad. И он не может смотреть мой стрим. Представляете себе? Какой кошмар. Так ты скажи хоть почему, а то люди-то не знают, наверное. Ну, потому что... На самом деле, даже, наверное, можно смотреть и любые стримы. Убей их, пожалуйста, я не справлюсь сам. Суть в чем? Сейчас не справлюсь, меня едят. Тебя-то 11 уровня едят, а я выживаю. Не смешите меня. Ты крутой, что я могу сказать. Как бы ситуация в чем? iPhone не держит флеша с коробки. А это значит, что либо надо искать стрим с собственным клиентом, например, гом-клиентом. По-моему, гом-клиент есть. Эту шмотку мы не продадим ни за какие деньги, я чувствую. 10 рублей дадут, не надо носить с собой. Да, вот эта кастрированная голова, она продается за смешные деньги почему-то. Так, народ, какая бы она крутая не была. Название. А, нет, хорошая голова не продается за смешные деньги. Так, название игры. Опять снубничал, друзья, опять он снубничал, как всегда.
Отправляем Аверсир, название игры. Аверсир, я предлагаю убить ворона. Она красиво умирает. Пойдем людям покажем, как она здорово электричеством мы стреляет. Мы с кубиком уже показали. Умирает. Вроде есть воды. Эх, жаль, а. Я так хотел. Давай ты не будешь кучу монстров забегать, меня же съедят. Я танкую, все нормально. У меня знаешь сколько жизней? 50. А у меня 69. Вот видишь, ты уже сильнее меня. Ну, это было я с первого уровня. У тебя сколько виталити-то? Сейчас посмотрю. Виталити 10. Ты вообще ее не качал? Нет. А зачем? Это же сорка. Я тебе открою страшную тайну. Сорки из статов полезно только виталити. Ну и сила ну, под ладно. Шмот. А как же там мана? А как же мана? Бутылка слишком дешево. К сожалению, не сбалансированная игра. Сначала бутылки, потом всякие классные рунные слова. Ну ты понял, да? Ну, я, значит, испортил персонажа. Ужас. Гра, смысл смотреть в Метеантюре. Можно развернуть на весь экран. Может быть, нам на следующем перерыве, может быть, нам с тобой просто маленечко пошире плеер поставить, да и все. А как сделать пошире плеер? Плеер? Очень легко. В настройках плеера, когда ты его вставляешь, пишешь там ширину, высоту 640 на 480 хотя бы и все. Хитрый план. То есть прямо в настройках там пишется, да? Ну вот ты когда его вставил, вот сам вот этот вот программный кодик. Да, вот да, там понятно. Можно и. Сервер Европа, да, сервер Европа уже спрашивали. Да, удобно. Так. Я вот, кстати, не помню, ассасинки ловкость качается под блок или нет? Нашел кого спросить. Я ты же отец. Я спрашиваю, там чат есть. А-а-а. Ну, вообще, понимаешь, чем? На самом деле нашел кого спросить, потому что во всех гайдах всем качается под блок. У ассасинки нормальные брейки, если не ошибаюсь, как у Барбы или Паладина, можно под блок покачать. Ты вот да. Как-нибудь, не знаю, хоть переведи, что это все значит, а я, допустим, ничего ну, не понял. Что-то... Понимаешь, чтобы получить нормальный показатель блокирования, нужно качать ловкость. Логично. Как бы, но что лучше качать, ловкость или ХП? Лол, слушай, мы с тобой на самом деле днище, мы выход не заметили. Или это вход был? Нет, это выход. Отлично. А мы до конца карту зачищать не будем? Ну я, конечно, хочу получить уровень, но я и так уже четвертый. Да не, на самом деле это смехотворно. Четвертый уровень иметь тут. Надо где-нибудь пофармить будет. Это потому, что ты не зачищаешь карты, а убегаешь с них. А я вот когда играл, я от стенки до стенки каждого монстра убивал. Вот. Третий уровень фармится при одиночном прохождении первого квеста. Что ты не гонишь? А, неправда. Вот у меня первый квест заканчивался, у меня там максимум второй был, не было такого. Мне вот приходилось всегда... Ну зато вот я зачищал от стенки до стенки, но зато заканчивал первый акт чуть ли там не 20 уровня. А тебе не кажется, вот что логичнее было бы качаться не в первом акте, если ты кончаешь его с 20 уровнем? А я хотел прийти в следующий акт уже сильным, вот. Ну, это да, никто не спорит, но... Насколько вот это разумно? Я... Так, сейчас у нас будут монстры, которых, я боюсь, мы не убьем просто так. Это вот мишки вот эти вот. А-а-а, медведи, говоришь? Поэтому зачищаем локацию. В тупую. Я же руку набью немножко. Танкуй. Сказал тут мне 11 уровень, потанкуй. Так. Ну ты же ассасинка Барби. Тебе ничего не страшно. А если ноготь сломаю? Ну так новый вырастет. Это же фэнтезийный мир. Тут можно все, друзья. Что, прям совсем все? Практически. У меня кончилась мана. Я ужасен. Пей. Вон валяется мана, где я стою. А еще у меня уровень. Круто. Я сейчас что-нибудь прокачаю прикольное. Подождите. Кстати, какие скиллы сейчас можно качнуть? В принципе, Fire Blast можно качнуть на единичку. Хаммер на единичку. Мастер будем качать. Да, обязательно там фейт. В общем, можно такие скиллы раскатать пока. Тропосинки, ловкость.
есть качать все-таки, да? Но я тоже так думаю, там вполне приличные брейкпоинты. А мне бы что прокачать? А мне бы что Там, а, прокачать? там даже не брейкпоинты для ловкости, что-то я заговариваюсь. Там вполне приличные цифры. Так, ходим дальше, защищаем локацию. Подожди. Так, вот типа вот ту прокачаю. Вот что сделаю. И денежку возьму. Молодец, надо зачистить локацию эту. Смотри. Давай. Слышал, что в Diablo 3 будет у шамана скилл огненная бомбочка? Понять не имею, ничего про Diablo 3 не слышал. До тех пор, пока он не выйдет, он меня не интересует вообще. В принципе, скажу так. А есть фанаты, которые просто молятся. Так а смысл? Он когда выйдет, там еще 10 раз все поменять могут. Не, уже согласись. Не могут. Система запросто. Боя. Я вот люблю играть вторую Диабло, вдруг мне третья не понравится. Ну, я думаю, вряд ли. Если уж тебе второй понравился, я почему на нас мало фагрю, у меня нету хилок. И это будет скоро очень больно нам. Меня сейчас убьют, меня сейчас убьют, боже мой, что происходит, кошмар, Аверсир, ты где? У тебя полный хп, тебя не убьют сейчас, не волнуйся. А где я ты? пытаюсь хильнуться левелапом тем временем. Какой левелап-то, ты меня должен защищать, я сейчас помру, у меня 60 жизней. У меня все Куда ты убежал? 88. Ты видел, сколько у меня жизни было, нет? Сколько? 5. Где-то. Ориентировочно. Ну, ты же отец. Но я и отошел, чтобы не подставляться под них. Как отец. Амулетик дать, плюс 3 к жизни. Бери себе, болезненный. У меня 103 жизни уже. Черт. Чувствую себя ущербным вообще. Ужасно просто. Качай виталити. А как же мана? Я хочу ману. Я люблю, чтобы у меня много маны было. Ну, качай виталити в промежутках. Или это плохо? Как ты считаешь? А она тебе не понадобится. Тебе понадобится регенерация, она берется совершенно из других мест. Анкета появилась перед бета-тестом второго StarCraft. Она уже не около года. Она больше уже. Ой, черепок выпал. Будем его брать? А что за черепок? А чип это? Скул. Конечно, будем. А что с ними делать потом? Я вот сейчас никакой попозже. В дырке. Так они. Они что-то не очень. Не тащат. Но из них еще можно контрить Lesser Rejuvenation Point. Пушены. Из них? А как это делать? Первый раз слышу. Интересно. Варится с тремя хилками и с тремя пушенами на ману. В кубе. О-о-о-о. Черт, меня опять убивают. У меня кто заканчивается мана. У тебя хп не так уж и мало. Не нервничай. Я переживаю. Я не люблю, когда меня монстры бьют. Я обычно бегаю с кем-нибудь, стою всегда сзади. Меня все защищают, а я себе спокойненько отстреливаю всех. Вот так вот, собственно, и прохожу. Поэтому я виталити никогда и не качал. Что ж ты делать стал бы, если бы тебе пришлось одному что-нибудь проходить? А я один не играю, потому что я обычно всегда, какой бы у меня уровень ни был, останавливаюсь на червяке во втором акте, который холодный, и он меня убивает. Я с ним ничего сделать не могу вообще. Вот так. Копье какое-то выпало. Так, ладно. Хорошего понемножку. Мне Зачем мана полезнее, ману? У меня скиллы эффективнее, чем у тебя уже. Уже? Вот, друзья, что называется отец. Чувствуете? Чувствуете всю мощь? Так, у меня там будет синергия от этой штуки или нет? Нет, не будет. Надо ждать шоквеба. Еще один уровень поднять, и буду уже нормально раскидывать скиллы. Так, надо найти это гребаное дурацкое дерево. И дерево. Вот и оно. Вот оно. Сейчас танкуем. Вот они. Убивай их, чем можно только. Танкуй, танкуй. Кайте их, кайте. О, нормально. О, скипетр выпал. Возьми скипетр, наверное, тебе. Какой он? Скиметр, а не твой. Скипетр. Посмотрим, что это делать. Точно, извиняюсь. Иван Петрович обчитался.